Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу представить вашему вниманию новый букс. Называется ArtXi. Ну, как-то так. Значит, ну, так вот он, ребятки, выглядит. Можно перевести и почитать. Здесь нам абсолютно без вложений. Дают возможность зарабатывать на просмотре сайтов денежку. Регистрация наипростейшая. Кликаем регистрация. Пишем юзернейм, то есть логин. Имя, фамилия, имейл. Имейл, так, страна по умолчанию. Номер телефона. Ну, не принципиально, можно любые цифры поставить. Но где сити, ну, всякую такую фигню тут заполнить. Значит, пароль, повтор пароля. Вводим капчу, ставим галочку, нажимаем зарегистрироваться. На почту придет письмо, нужно будет подтвердить адрес электронной почты. Мне письмо пришло в папку «Спам». Вводим капчу. И заходим. Ну и здесь бонус нам дают $1 при регистрации. Значит, это наша домашняя страничка. Здесь у нас статистика. Естественно, здесь все на рекламе, как бы. На чем мы зарабатывать будем, как я уже сказала, на просмотре сайтов. Вот здесь самая первая вкладочка. Кликаем Earn. Русского языка здесь нет. И вот здесь нормально так рекламок. По 5 секунд. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. И ждем сейчас, пока загрузится шкала. И разгадываем капчу. Ой. Вот. Видим, да? Сейчас я перезагружу по новой. Реклама постоянно выпадает. Рассказываем капчу. Ну, такие вот легенькие примеры. Кликаем. Вот и все, зачет. Таким вот образом просматриваем рекламку. Ну, это здесь у нас что? Рефералы. Находится партнерская ссылочка. Так, депозит нам не надо. Вывод, вкладочка. Кликаем вывод. Минимальный вывод здесь от $10, но в биткоин сатошах. Ну и видим, да, вот я вчера покликала здесь биткоин, ну, например, сумму, да, у меня $1 бонусный. И вот здесь показано 10 USD в биткоин сатошах. Даст заработать хорошо, но не даст, мы ничего не теряем, так как букс абсолютно без вложений. Далее что здесь? Так, вывод я показала, здесь такого ничего нету. Но сеттинг, настройки, тут тоже ничего такого нет. Как бы суппорт.
Да, поддержку, если надо обратиться, тикет создать. Ну и выход. А вот эта вкладочка, домашняя страничка, дашборд. Вот здесь вот наш баланс как бы на вывод. А вот это вот стар тоже, наверное, бонус, как бы членство, видите, мембершип. Далее, на сколько дней, я не знаю. Ну, вот как-то так. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.